преддверии Дня Победы видным по дорогам города прошел традиционный автопробег. Колонна из более чем 30 машин проделала путь от стадиона «Металлург» в Расторгуево до памятника павшим в Великой Отечественной войне. Все машины оформлены флагами, под лобовыми стеклами фото героических предков. Ну, важно никогда не забывать о Великой Победе, чтобы всегда эта победа жила в наших сердцах и чтобы этот... историческая память передавалась следующему поколению. Несмотря на такую погоду, не майскую, едем с чувством гордости за нашу страну, за наших людей. Спасибо нашим дедам за победу, за то, что отдали свои жизни, за нас, за наших детей. Поучаствовать в этой акции – особая честь для каждого. Сегодня за рулем сотрудники администрации Ленинского округа, работники городских предприятий, а также неравнодушные жители муниципалитета.